Так, здорово всем токсичным. Токсичный негодяй на связи. Ночной волк опять здесь, everybody. Сегодня у нас новиночка для токсичных людей специально. Для таких, как я, для таких, как вы, короче, блядь. Вот микрофончик висит, не знаю, слышно меня или нет. Токсик у нас, ёб твою мать. Токсик напиток, блядь. Токсик ядерный лайм, дамы и господа. Вы посмотрите, баночка какая классная. Купил ее в магазине «Фамилия». 89 рублей, вот их не стикеры. Кто не верит, блядь. Фамилия, ядерный лайм, ёб твою мать. Дизайн 5 из 5, ёб, сразу сходу ставлю. Сейчас возьмем спутник лезвия, специально приготовленный. Спутничек, ёпта, наклеечку фамилии снимем. Главное, не порезаться, да? Подписчики мои, как у вас дела там? Пишите в комментариях, ёпта. Скучал по вам, друзья мои. Не снимается эта наклейка, ёпта. Сейчас мы её аккуратненько так, чик. Не, аккуратненько не получается. У меня все через жопу всегда выходит. Да в пизду. Не буду заниматься хуйней. Биохазарс такой нарисован. Классная, классная, потрясающая банка. Ищите. В Москве уже появился. В Питер вот только недавно вот они пришли. Еще есть такой желтый. Если выхвачу, короче, сделаю обзор обязательно. Тут про кофеинчик написано, про таурин. Ну все, это не буду читать, да, что это такое. Вы уже все сами знаете. Ну могу как бы, блядь, кто еще только вот присоединился к моему каналу. Давайте прочитать, что такое таурин. Таурин – это аминокислота, участвующая, блядь, заебал язык, в обменных энергетических процессах и в организме. Кофеин стимулирует умственную деятельность, повышает скорость реакции, концентрацию внимания. Пищевая ценность, так, средний углеводов здесь 12, так, сахара 12, кофеин 30 миллиграмм, таурин 120 миллиграмм. Пизда, короче, ночью не усну, ёпта. Ну, посмотрите, блядь, на эту красоту, блядь, даже жалко открывать, ёпта твою мать. Так, рэп пошел какой-то, да, уже. Давайте, взрываем. На троечку был звук. Запах. Ядерный лайм. Сразу же дает лаймом, без всяких наебалов. Реально пахнет лаймом, блядь. Резкий, резкий такой запах. Так, лезвие спутник. Отъебись. Сейчас будет заливочка, собственно. Заливочка. Трубку нахуй. Пошла дорогая заливочка. Ёп. Ну, вы видите, вот я что просил. Вот лайм. Вот он, пожалуйста. Вот он, ёп. Как мохито, да? Лаймик здесь. Вот такой вот напиток у нас сегодня божественный, наверное. Сейчас, сейчас мы все сделаем. Закрутим. Так, трубочка вставляется. Все, сейчас будем пить, ёпта. Цвет соответствует, соответствует, собственно, вкусу. Прекрасный такой, да, он ж как будто фосфорный, блядь. Главное, что мне разъело желудок, нахуй, а так похуй. Ладно, мне подписчики на новый желудок задонатить, мне поебать. Давайте за вас, подписчики, пробуем. Собственно, вкус. Ой, резкий, резкий, блядь. Лайм, нахуй, аж в глаза кислит прям. По-настоящему сделано, блядь. Приближенный к лимону прям такой. Ну, лайм, блядь. Ну, как мохито, только чуть покислее. Приятно пить, дамы и господа. 89 рублей стоит. Сейчас давайте еще разок ебанем. Отдает еще. Потом после вкуса такой легкие апельсиновые нотки добавили. То есть вообще заебись напиток. Ну, сука, мне понравился. За вкус ставлю, короче, 5. 5 из 5, дорогие мои старички. Сахар, регулятор кислотности, таурин, аскорбиновая кислота, ароматизатор пищевой, лимон, лайм. Ну вот, лимончик, да? Зеленое яблоко, краситель. Так, 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 что тут? Цитрат натрия, сок лимонный, ароматизатор пищевой. Вот тут, блядь, вот эту вот наклейку они нахуярили, блядь. По пальцам было бы уебать, нахуй. Один раз, блядь, чтоб не клеили. Со вкусом апельсина. Ну вот, я чувствую легкое послевкусие такой апельсиновой нотки. Я хули вам не пизжу, так что берите. В Москве уже появился, дамы и господа. Кто живет в Москве из подписчиков, летите срочно, берите этот энергетик. Если что, магазин «Фамилия», там я его приобрел. Еще есть такой желтый, будет скоро на обзоре, так смотрите. А у нас сегодня ядерный лайм, ядерный токсик. К рэперу Токсису никакого отношения ролик не имеет, так что сегодня мы не про него говорим, мы говорим про нас с вами, про токсичных людей. То есть андеграунд челов и чувих, ёпта. Поздравляю всех, короче.
С праздником, хуй знает с каким, с днем черного кота все, кстати. Сегодня день черного кота, улетела с нашего трека какая-то хуета в массы, и все, массы заценили, мы крутим с ними мили, хотя с ними когда-то в парадной что-то мутили, зачитали, все нормально. Сзади Роджер отдыхает, по-прежнему старичок висит со шпагой во рту. Мы поняли, со шпаги там он перекрещит, и, короче, одна так, ну и все там, епта. Роджер, да, красавчиком был. Все, охуенный напиток, сейчас даю оператору, короче, где-то он там, ну-ка. Оценка. Я попал в Чернобыль. Чернобыльский движ, короче, он говорит. Ну, хуй знает. По мне напиток вкусный, сука. Вот он занимает второе место на моем канале. Первое, это же вы знаете какой, да, я оценил напиток, который лучше всех энергетиков. Самый лучший энергетик, это Wake Up с безалкогольным шампанским. Желтая банка, тоже ищите в магазинах. Есть в магазине, в гипермаркете Перекресток она, так что залетайте туда. И вот этот на втором месте, лучший, сука, мать его, энергетик, вот этот на втором месте. Ставлю 5 из 5, всем советую, 89 рублей. Можно, конечно, попить, потому что напиток действительно пиздатый, охуенный. Всем советую, вот так вот, ёпта. Токсик ядерный лайм. Ой, охуительно, охуительно, дамы и господа. Жалко, вы не слышите запах, вообще обалденный. Балдею, балдею, ёпта. Сижу, чилю я. Сейчас еще под сигареточку вот оставил себе чуть-чуть в баночке, пойду в парадную. Курну, но вам снимать это не буду, вам это и не надо смотреть, правильно? Как взрослый дядька курит сигареты, кому это интересно. А вот обзор на энергетику, я думаю, вам всем зашел. Все, с вами был я, Nightwolf Hero. Напиток проходит мой контроль, берите все. Все, всем бруталити, спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Всех обнял. Дам поцеловал. Все, нахуй.